Покажи, как играешь с мышкой. Как вы любите эту мышку, да, Маруська? Вот так. Тетя мой сладкий, на ручки, да? Ну иди на ручки, иди. На ручки бросишься. Монька. Монька. Маруська. Ну ты моя девочка. Ты моя сладкая. Твоя мышка, да? Твоя. Водичку пошел пить домой. Водичку пошел пить. Что, пустые тарелки, да? Монь, жизнь удалась, да? Жизнь удалась. Куда она пошла, да? Куда Шпулька пошла? Маруська. Маруська, где моя девочка? Где моя сладкая? Распушилась, красивая стала, да? Марусечка. Вчера, друзья, переделала я крепление для занавески. Все-таки пошла дедушкина удочка. Отпилила я ее, сделала вот такие старые крепления от старого карниза, который здесь был для штор. Короче, весь карниз пригодился везде, и трубы, и крепления, все пригодилось. Довязала еще один ряд, вот видите, вот такие вот ячейки большие сделала. Там столбик с тремя накидами, вот он, и 11 воздушных петель. Сделала вот такие большие ячейки, в которые просто продевается вот эта бамбуковая палочка,
И здесь все так хорошо вот двигается. Можно сделать вот так. Я на ночь так делаю. Вчера шел снежок, и я убрала вот так занавесочку. И наблюдала вот там фонарь, как падает снег. Утром все это дело опять зашторило. Даже получился какой-то фалт, видите? Ну, типа она не совсем прямая, а вот немножечко присборена. Вот так это сейчас смотрится. И так гораздо удобнее, конечно, вот с таким креплением. Так что дедушкина удочка, из-за которой я порезала палец, все-таки я ее отпилила. Палец, кстати, палец. Ну, на камеру не видно, но остался шрам вот здесь. В общем, вот здесь. И пучка стала такой, знаете, не очень чувствительная. Не знаю, как со временем это. Ой, да что ж такое, фокус вообще не фокусирует. О, наконец-то. Наверное, свет так падает. Вот. Шпулька, ты пришла ко мне, да? Ты пришла ко мне, девочка наша сладкая, а? Недотрога. Ох, не любит гладиться. Вообще не любит. Маруся с крыской. А так. Ой, как хорошо играть, да? Ой, как хорошо играть. Ну, а я продолжаю здесь вязать вот эту занавеску. Сейчас вот еще один вот такой раппорт свяжу. И буду уже вязать вверх. Красота красивая, конечно, получается. Вот, вяжу. Смотрит в окошко. Маруська здесь играется с мышкой. А так. А так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот так ты играешь, да, Маруся? Твоя любимая игрушка, да? Вот так. Ой-ой-ой, я не успеваю за тобой, Марусь. В тепле, сытая, да, Маруся? Игрушки, обласканная, любимая, да, Марусь? Да, моя сладкая. А так. Ой, побежала, побежала. Понеслась. Сюда притащила мышку. Ой, какая твоя любимая мышка. Что там так чухается? Ушко чухается. А так, куда понесем? Куда? Сегодня такое. Видео про кошек. Ой. Да, шпулька пришла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как всегда, они здесь играют, а я хожу поправлять. Так, а куда мышка девалась? Интересно. Вот она, Маруся. Маруська. Мышка. Мышка. Еще мячик такой у нас есть. Они тоже любят его гонять. Пошел воду пить.
Я уже не буду показывать. У нас вода на столе. Коты у нас ходят по столам. Многим это не нравится. Потихонечку блокирую таких, чтобы не читать эти комментарии. Да, Шпулька? А так. Так. Друзья, порой закрываю дверь в спальню, оставляю их здесь. Ну, вот эти вот двери закрываю. Очень часто у них ночью начинаются вот эти игры, гонки, и они мешают спать. Закрываю двери. Но утром где-то в часов 8 вот эта Шпулиндра начинает скрести дверь. Естественно, встаю, потому что поцарапает. Что там, Маруся? Что там такое за окошком? Холод собачий, да? Сколько градусов-то? Потеплело у нас, друзья, кстати. Этот градусник на 4 градуса врет. Сейчас минус 1. Ну, значит, минус 5 где-то. Лёша говорит, в Чаплыгине сейчас холоднее, чем в Москве. В Москве минус 1, минус 2. У нас минус 5. Вообще наоборот, разница в 5 градусов. Ну вот, и бывает и такое. Что ж, Пулька? Что ж ты, моя девочка? Что ты, моя девочка? Красавица наша. Ну, где крыска? Вот она, крыска. Поймала, прям на лету поймала. Ох ты, какая ловкая. Да-да-да. Вот так. Вот так, крыска. Крыска, мышка. Все, наигрались? Наигрались или еще будете играть? Марусь. Серый ковер, серые кошки, серая мышка. Да? А так. Ой. О, Монька не выдержал. Наблюдал сверху. Теперь спрыгнул. Вот это вот троица, Монька, Маруська и Шпулька. Они как одна семья. Вместе играют, вместе дерутся, вместе друг друга вылизывают. О, о, о! Моня! Вот так ты можешь! Ну, они, я так понимаю, Монька и Маруся, они одного возраста. Может быть, поэтому они и держатся вместе. Вот так, вот так. Ой! Как хорошо играть, да? Ой-ой-ой. Кузьма где-то спит в ванной, теплый пол. Но Кузьма не вылезает. Прям растянется, загорает там. Так, только мое вязание не трогать. Мое вязание не трогать. Вот там идите играйте. Где мышка? Где? Вот она, мышка. Ой, вот эта мышка. А, ты здесь, а я думаю, куда ты делся? А ты здесь в прятки с Маруськой играешь, да? Из-за угла.
Шпулька здесь играется с мышкой. Да, Шпулиндра? Шпулиндра. Ага, ага. Нет, нет, нет. Крючок нельзя мой трогать. Нельзя. Вот, иди играй. Вот так. Опа. И понеслась. Монька. Монька. Моня. Ты такой. Ты такая игруля моя. Ты такая игруля. Красавец наш. Что там нюхал? Ага, улегся. Улегся, красавец наш. Ой, ой. Что, не трогать тебя, да? Вот она, неразлучная троица. Вон Пуська пошла водичку пить. Будь здорова, Пусь. Вот эта маленькая Шпулиндра гоняет нашу Пусю. Представляете? Пуся такая вообще недотрога, ну, в смысле, она не может постоять за себя. И вот эта вот маленькая вредина ее гоняет. Она даже Кузьму гоняет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так. Ой, какая красота-то, да? Уже все кресло ободранное. Скоро буду менять. Вон какие лохмотья уже. Ну, еще есть у меня джут. Поменять не сложно. Где-то месяца на 3-4, наверное, хватает. Не помню, когда я летом, по-моему, меняла. Вот. Здесь более-менее еще, а здесь уже все лохмотья ободрали. Но зато больше нигде не дерут. Любят очень это кресло. И вот так играть любят. И спать любят здесь на этих подушках. Да и я сижу иногда здесь, пью кофе и наблюдаю в окошко, смотрю. Ой, игрулечка. Вот я не помню, друзья, раньше... Ну как раньше... Лет 30, наверное, назад. Мне кажется, коты вот так не играли вот в таком возрасте. А сейчас вот и 7-летние не прочь поиграть. Раньше как-то вырос котенок. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Год вот ему, да? И все, игры закончились. А сейчас очень долго и эти кошки играют. Во, даже Пусильда вон прибежала. Вот-вот-вот, вот Шпулька ее гоняет, видите? Вот так. Ну, как гоняет? Не то, что там просто игры у них такие, в догонялки играют, да? Вообще, я рада, что котики наши, ну, не дерутся. Я знаю, что бывают случаи, когда там приносят кошку... В доме, если в доме еще есть кошка, ой, там такие клочья шерсти летят. Я сколько раз видела, что не ладят. И очень долгое время не ладят. У нас вот как-то появлялись они у нас. Там Кузьме было, наверное, 4 года появилась Пуся. Он, конечно, шипел на нее и...
бил там лапами. Но это недолго было. Это не тот случай, вот, который я часто вижу по на Ютубе. А вообще был, кстати, вопрос, как помирить котов, ну, чтобы они не дрались. Мне подсказала моя коллега, ну, какое-то время я работала в автосалоне, вообще работала, наверное, только в автосалонах. И там была кошатница Наташа. И вот когда Пуся к нам попала, и Кузьма дрался с ней, она говорит: ты когда им даешь кушать, поставь тарелки друг против друга. Ну вот во время приема пищи, они же будут хотеть кушать, они не будут обращать друг на друга внимание, что там они ссорятся. Поставим две тарелки друг напротив друга и пусть едят. И как мы знаем, еда — это же наслаждение и для кошек, и для человека, кстати. Вот. И вот в этот момент у них вырабатывается вот этот гормон наслаждения от еды в один момент. И они друг на друга будут смотреть, куда понесла. И как бы, ну, что им в этот момент хорошо. И вот так несколько раз. Вы знаете, нам помогло. Мы так сделали. И как-то быстренько Кузя и Пуся подружились. Вот. Так что попробуйте. Попробуйте покормить их сразу рядышком. Рядышком друг от друга. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Может быть, поможет этот способ. Может быть, не всегда он действует. Но вот... мне помог. Потом Маруська появилась у нас. Нет, Монька появился. Но Монька как-то сразу сам за себя стал защищать сам себя. И как-то с Моней, ну, не было вообще, быстро-быстро они привыкли. Он даже сразу начал гонять Пусю, причем я была удивлена. Мы же не знали сначала, что это кот. Мы думали, это кошечка. Это уже потом, по приезду сюда, в Чаплыгин, Анечка увидела и говорит: мам, какая же это кошечка, это котик. Ну вот из Мани стал у нас Моня. Потом Маруся появилась, тоже как-то не было драк там до клочьев шерсти. Ну да, шипели друг другу, на друг друга. Но Маруська как-то сразу с Монькой подружилась. Какое-то время, буквально немножко, там, неделю я пыталась приучить их к улице, но душа болит. Я выходила с ними, наблюдала за ними, потом плюнула на все это и сказала, что наши коты будут домашние. Они у нас не ходят по улице, ни один из них. Вот. Но вот Маруська сразу полюбила Моньку. Она, мне кажется, влюбилась в него с первого взгляда. На Кузьму она шипела, а к Моньке прям бодается, так это ластится. Ну, вот так они, троицы этой. Потом появились котята у Маруськи. Двоих я пристроила. А Шпульку мы оставили. Ну, так получилось. Так, не трогай мою пряжу. Тут ниточка, не распусти. Вот, так что у нас не было особых проблем, вот, привыкания наших котиков. Так, ладно, друзья, сегодня такое видео, видео о наших кошечках. Можно сказать, видео ни о чем. Но захотелось мне вам их показать, потому что многие пишут, что нравятся наши котики. Многих не коробит то, что они лазят у нас по столам. Ну, а кого коробит, можете не смотреть. Вот это вы такое видели. Вот так вот мы можем спрятаться. И потом еще игры сейчас продолжатся. Потом сейчас Маруська прыгнет сверху, начнет Моньку там играться. Где Моня, Маруся?
Где Моня? Моня, смотри, куда пошел. Под покрывало. Сейчас Шпулька пойдет. Кто там такой? Монька там, да? Монька спрятался. Ку-ку. Ну какой же он красивый. Ку-ку. Монечка. Вот прям не могу остановить видео. Уже хотела с вами попрощаться, но вот такая милота. Я не знаю, друзья, как люди живут без кошек. Не знаю, не представляю. Ну ладно, если еще есть собачка. Кто-то любит собак. Но без животных в доме как-то пусто. Как говорят, без кота и жизнь не та. Сколько радости они доставляют. Сколько удовольствия, сколько любви они нам дают. И прекрасных минут нашей недолгой жизни. Да, сладкий мой, ты замерз? Ты замерз? Чей хвостик здесь, а? Чей такой красивый хвостик, как у енота, а? Чей такой красивый хвостик? Ку-ку. А это здесь. Ку-ку. Вот так вот любит он залезать. Это что-то сегодня удивительно. Обычно он залезает, а остальные коты начинают сверху его трогать. Марусь, где Моня? Где Монька? Вот он, Монька, Маруська. Вот он, Монька. Кто там? Ух, какая лапа мощная. Ай, боюсь. Красавец наш. Наш красавец. Ой. Ой. Кто там? Кто там? Монька там. Ну что, Шпуль, пойдешь его там сверху бодать? Ой, что тут такое происходит? Совсем спрятался, да? Ладно, друзья, буду на этом с вами прощаться. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова и наша дружная кошачья семейка. Пока-пока.